Привет всем, вы на канале DaisyDart, и это обзор магазина на 26 мая по Fortnite. Поехали! Ну, сейчас. Это некто иной. Тот, кто никогда не станет добиваться чужой цели. Тот, кто сам изберет, ради чего он будет жить. А если кто-то захочет попрать его мечту, то он всем своим существом восстанет против наглеца. Даже против меня. А, так, и снова со мной. Так. И... отлично. Вау. Это офигенно. Так, поехали. Спектральная коса. Отличная коса. Бля, забыл настроить. Сори. Выключу музыку немножечко. Вот так вот. Ну, средний, конечно, но нормально. Классная коса, хочу себе такую. Вау. Блин, топово. Знаете, жаль, что непрозрачная вообще вот эта вот часть и черная, типа, чтобы она была как космос, прозрачный и зеленый идет. Ну, в принципе, тоже неплохо. То, что так сделали неоново, тоже круто. Ну, да, они не так сильно продуманно ее сделали, как хотелось бы. Вы видите, какой желтый остается на заднем фоне. Не сильно сделали. Она должна быть черным. Тогда бы было круто. Вот как здесь показано. И вот даже кирка, вы видите, какой здесь черный. Я не понимаю, почему они сделали его так для оружия. Так бы ее охотно покупали. И вот наш сегодняшний самый классный чел, Фантом. Реально классный, пипец. С его шарфиком на бэкпаке. Ну или что это? Короче, сегодня самый топовый скин, это, наверное, этот. И волосы круто уложены, то, что у меня. Ах, так же хочу. Уложить волосы. Блин, классный скин. Прям сам хочу его купить. Так, мне говорили, что я не должен так говорить. Ну, забейте. Лопатка. Для любителя. Идем дальше. Да, кстати, я понял, почему я неплохо, все плохо слышу. Ага, все было в этом деле. Ну, косячник, что поделать? Нормально. Ну, это для любителя скин. Если кто-то смотрел, типа, «Робот, сердце и любовь», то там, типа, были похожие кадры, где хотелось бы получить такой вот скин. Но нет, я бы его себе не покупал. Вау. Трансивер? Ну, знаете, прикольно выглядит. 0.20? Интересно, что это... О, 20, что это показывает? Аташи. Кто любит зеленые волосы, в принципе, оценит. Да и вообще ее симметрия тела, в принципе, отлично подходит для топ игр. Да и плюс в костюме, типа топовом. Нормально. От мирных переговоров к решительным действиям, так сказать. Нормально, нормально. Опасное свечение входит в набор агентура. Давайте ударим. О, звук приятный. Я бы им играл и наслаждался звуком. Вообще шикарно. Супер. Идем дальше. Берди. Кстати, очень часто вижу, что люди берут ее тупо для скилла какого-то. Показывать на турнирах и так далее. Классный скин вообще, на самом деле. Но я бы себе не... Ох-ох-ох. Приятно, да? Прям мурашки по коже идут, когда ты смотришь на вот это переливание цвета. Тут продумано до жуть. Красочные всплески. Первое появление глава 2, сезон 2 с анимацией. Так это еще и новый скин. Топ. Давайте посмотрим на этом. Да. Офигенно.
Очень топовый скин. Лав. Идем дальше. Круговой флосс. Вот такое. Да, это новый, наверное, скин. Айрон. Ну, понятно, что айрон добавили тупо для нее. Это все понятно. Калисто. Красиво выглядит. Очень красиво. Блин, еще маечка крутая. Еще здесь прикольно выглядит. Ты посмотрим? Нет. Не разрешат. То есть, подождите. У нее порватые колготки, и за ними еще одни колготки. Понятное дело. А что ты еще скрываешь? Так, руки у тебя четкие. О, у тебя еще этот значок есть. Очки. Здрасте. Красивые зеленые глаза в виде кошачьих. Ну там кошачьи глаза. Типа такими. В принципе, неплохо. Это классно. Давайте посмотрим, что у нее еще кроссовки. Что-то на ноги хранит. Да, красивый скин. Монстрам, демонам и прочей нечисти не поздоровится. Входит в набор охотник на демонов. Давайте посмотрим, что сзади. О, прикольно. Даже классно. Короче. Ай, гулянка еще осталась. Это я же на эту тему слишком часто вижу. Так, на сегодня. Что мне больше всего понравилось? Больше всего понравилось этот скин. Но я его хранил бы для коллекции, играл время от времени. Потому что, честно говоря, он супер. Реально супер. Я не могу сказать, что я не буду за него играть. Я буду за него играть пипец как. Это классный скин. Второе, на втором месте, конечно же, Калисто. Господи, да я его хоть на первое место поставил, потому что это офигенный скин. Тупо посмотрите на него. Это, если учесть то, что я собираю аниме-набор, я бы ее добавил в аниме-набор. Потому что она явно оттуда. И с таким стилем это точно. На третьем же месте Аташа. Ну, потому что все-таки ее дубинки это супер. А еще внешне она круто выглядит. Но это мой топ. Так, а из предметов я бы поставил на первом месте по-любому красочный всплеск, потому что это сегодня это самое топовое из таких оберток. Ну просто посмотрите, это так красиво, блин, приятно. Так, а интересно, сегодня что-нибудь на ТикТок закинуть можно? Круговой флосс? Не, не очень. Гулянка? Не знаю. Ребят, если вы хотите, чтобы я добавил круговой флосс и гулянка на ТикТок, ну, вы знаете, как я добавляю. Ну, а если не знаете, давайте я на всякий случай покажу. Так. Сейчас я быстренько зайду. Ой, бля. Когда были несколько, а сейчас дофига. Хотя, наверное, даже не дойду. Хотя, вот, нашел. Если вы хотите, чтобы я добавил в ТикТок, напишите либо в комменты, либо в ВК лично. И тогда я вот так вот типа добавлю, и можно будет прослушать. Я добавляю танцы, красиво оформляю. Да, я понимаю, что скосякнул здесь, что снимал в сцене этой. Но, в принципе, я и нормально снимаю время от времени. Во, типа этот. Этот мой вообще любимый танец. Красиво вышел. Нет, точнее не этот. Сейчас покажу, какой самый любимый танец. Нет. И не этот. Короче, я его не найду. Либо его не добавил, либо добавил, но фигово. А вот он. Вот этот клан танец очень клевый. И музыка в нем приятная, да и вообще, я на обоих хочу их поставить. И он сейчас будет усиливаться. И это классный, приятный эффект.
Ну, короче, вы поняли. Если вы хотите, чтобы я добавил эти танцы на ТикТок для обоев и так далее, пишите мне куда-нибудь в ВК, там, не знаю, либо в комментарии Ютуба. ВК 23 часа я могу, в принципе, добавить. А если никому не надо, я, в принципе, не буду добавлять. Это был обзор на 26 мая. Да, немного затянул в конце, извините, но вот так уж вышло. Все, всего хорошего, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Буду рад видеть вас на стриме. Я провожу стримы постоянно. И все в этом духе. Давайте. В конце концов, я собираюсь уйти. Человек приходит на определенное время, а потом уходит. Таков порядок вещей. I'm sick of the hurt and the pain. Sick of the storms and the rain. Sick of the shit and the stains. Motherfucker, fuck fame. Let's play the blame game. Fuck Obama, I ain't even got changed. A lot of my niggas only got cocaine. Fly boats, drive planes. It's a crazy world, man. Everybody lame. A lot of rappers, I'm dick for fame. No way. Holy cow, this Chick-fil-A. I ain't got a lot of shit to say. Caution, pimps at play. Honest, fuck today. Fuck your flooded out chain. What's a man to lose his soul and have the world to gain? С вами был Дейзи. Прощайте. Я вас люблю.